Ну вот, хурма уже собрана с деревьев. Осталось на одном только дереве, десятка там, три плодов, не больше. Пока висят, не собирал. Здесь вот вы видите хачу. Это у нас джира, очень крупная в этом году, с большого дерева. Крупные плоды, до 300 грамм как минимум. Такая вот история с ними. Тоже хача. Это у нас с маленького дерева джира, помельче плоды. Чем больше плодов, тем они меньше на деревьях. Нормальное явление. Это тоже джира. Джира, хача и хача. Ну что ж, закрома хурмы я свои показал вам. Немножко еще там в двух коробочках в другой стороне есть фиакума и инжимаров. Ну и на этом с хурмой, наверное, закончу. Володя Шабалдинов с Березка Уральского, большой привет. Пусть смотрит, ему очень будет полезно. Спасибо всем за внимание.